В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Спасский» задержали курьера, участника преступной схемы «Родственник попал в беду», 18-летнего местного жителя. Сотрудники полиции выяснили, что он нашел такой способ нелегального заработка в сети интернет. Молодой человек, который теперь стал фигурантом уголовного дела, перечислил организатору преступной схемы деньги, оставив себе 5000 рублей. Они мне скинули мою задачку, что мне надо будет забирать деньги, вложить себе на счет и отправлять. Я приехал в город, встретился с мужчиной, он старый был, седой. Пошивой, да? Да. Я забрал у него деньги, 270 тысяч. 5 тысяч рублей оставил, а остальные деньги перевел. Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Спасский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – это мошенничество. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.